Привет, ну как ты там? Хорошо. У меня скоро отпуск, так что думал на недельке заглянуть в родной город. Ну родители будут рады это услышать. Что, только родители? Не, не только родители. Я тоже рада, что ты приезжаешь, но, если честно, у меня очень много работы, поэтому я не знаю, когда мы сможем встретиться. О, слушай, а ты можешь приехать в театр? Я думаю, все остальные будут тоже тебя рады видеть. Отличная идея. Думаю, загляну. Когда мы возвращаемся в родной город, нас часто накрывают чувство ностальгии, чувство былых воспоминаний. И мы вспоминаем себя такими, какими мы были год назад, что мы любили, кого мы любили, с кем нам нравилось дружить, что нас здесь огорчает. Вот уже год, как Глеб переехал в столицу и играл в одном из главных театров. Когда-то он начинал с любительской сцены и, вернувшись в родной город, решил навестить место, о котором у него осталось столько воспоминаний. Сейчас в театре играла его сестра Кира. Однако у Глеба была еще одна причина, чтобы вернуться. Ведь здесь работала девушка, в которую он был безответно влюблен на протяжении нескольких лет. Глеб, привет, какими судьбами? Здравствуйте. Да вот, решил проведать свою альма-матер. Рада тебя видеть. Слышала, спектакль, в котором ты играл, приняли на ура. Да, но там не только моя заслуга, там вся команда постаралась. Надеюсь, говорил все по тексту? Я-то знаю, как ты умеешь импровизировать. Вот опять вы меня учите, а я ведь уже не начинающий актер. Что поделать, для меня вы всегда будете любимыми подопечными. Вот только хотелось, чтобы ты считала меня за равного. Я ведь уже вырос из того нескладного пацана, который когда-то пришел в театр. Я об этом не подумала, извини. Наверное, ты прав. Вот увидишь. Тебе больше не придется меня учить. Глебу важно, чтобы Мария воспринимала его как равного, а не как подопечного, потому что он симпатизирует, кажется, Марии. И, возможно, он уже замечает, что я взрослый человек, я состоялся в профессии, я уже не в позиции ученика, и тогда мне хочется с моей знакомой общаться на равных, а не сверху вниз, для того, чтобы у нас была возможность как-то развивать наши отношения. Глеб, привет! А ты чего не позвонил? Я бы тебя встретила. Привет, привет. Что же, вы давно не виделись, оставлю вас наедине. Ты что замер, эй? Да так. Ну рассказывай, как ты? Ой, я замечательно. Получила недавно главную роль. Вот. Ну это понятно, у нас просто в труппе практически никого не осталось из старых. Вот. Поэтому я самая опытная. Подожди, стой, что, и Рома ушел? Да, он ушел. Он решил двигаться в другом направлении. Ну, наши дорожки, так сказать, разошлись, и мы расстались. Сочувствую. Все хорошо, правда. У нас не было вот этой драмы, но зато я сблизилась с Марией. Пока она тебе слезы платочком вытирала? Тань, ну что такое говоришь? Нет, просто она тоже разошлась со своим парнем. Вот. Поэтому у нас появились новые темы для разговоров. Серьезно рассталась? Они же были вместе кучу лет. Ну, такова жизнь. Любовь проходит. Справедливо. Буду иметь это в виду. Глеб узнал, что Мария свободна, и она, конечно, давно в зоне его личного интереса. И, безусловно, это придаст ему право действовать, уверенности и предъявить себя на роль ее молодого человека, о чем он очень давно уже мечтал. О, Маш, ты еще здесь? А я боялся, что ты уже ушла. Как раз собиралась, а что такое? Понимаешь, ну, мы с тобой давно не виделись. Да и толком поговорить не смогли. Так вот, может, ну, встретимся на днях? Не уверена. У нас сейчас репетиции в разгаре. Ой, да у тебя всегда эти репетиции. Ну, надо же как-то и отдыхать, правильно? Обещаю тебе. С меня приятный вечер и вкусный ужин. Ладно, я подумаю. Такой ответ тебя устроит? Вполне. Только не затягивай. И да, я не отстану. Да, я вижу. Хорошего вечера, Глеб. Глеб перешел, скажем так, в активную фазу действия и предложения. Любой девушке, женщине приятно, когда мужчина проявляет такую активность, уверенную активность. И здесь она уже может в нем рассмотреть как раз-таки мужчину, а не когда-то робкого ученика. И поэтому она вполне может задуматься, не сходить ли на это свидание. Мария всегда любила театр, воспринимала его как свое детище, а к актерам относилась как к любимым детям. Но дети вырастают и строят карьеру за родными стенами. И недавно вернувшийся Глеб был тому отличным подтверждением. Мария была наблюдательна и знала, что давно нравится парню. Но о каком романе между директором театра и актером могла идти речь? Но сейчас все изменилось. Глеб был сам по себе и вырос в харизматичного, уверенного в себе мужчину. И это смущало Марию. Вот и пришлось вести кота к ветеринару. Ну, у тебя как прошли выходные? Да, с Глебом к родителям ездили. И как все прошло? По-разному. Сначала было все довольно мило, а потом они опять сели на своего любимого конька и начали расспрашивать у меня о личной жизни. Что, так никак не могут смириться с тем, что вы с Ромой расстались? Да, да. Слава богу, я была с Глебом, и они переключились на него. А у Глеба что на личном фронте? Да, все как обычно. Сказал то, что ему нравится там какая-то девушка, но больше ничего сказать не может. Такая недоступная девушка? Наверное. Вообще, по его словам, она чуть ли не ангел, и красивая, и умная, и горит своей работой. Еще он сказал то, что она любит его учить, но я, если честно, это не совсем понимала. Прям так и сказал? Да, так и сказал. Ну, по всей видимости, он прям от нее без ума. Похоже на то. Марии придает уверенности и льстит тот факт, что Глебу она, оказывается, нравится, потому что можем звать на свидание просто обычных людей, которые нам симпатичны, но в данном случае, кажется, Глебу она действительно нравится, потому что он о ней рассказывает и родителям, и сестре, то есть значимым своим людям. Ее это приятно удивляет и дает какое-то больше доверие к чувствам парня. Привет. Не думал, что ты так скоро позвонишь. Привет. Да вот, неожиданно выдался свободный вечер. Думала, может, с мужем встретиться. Супер. Тогда зарезервирую нам столик. Тебя с работы забрать? Да нет, не стоит. Доеду своим ходом. Напиши лучше адрес. Ладно, тогда до встречи. Ого, какие люди. Чего звонишь? И тебе привет. Слушай, у нас Мария отменила репетицию. Может быть, встретимся вечером, погуляем? Как ты? Прости, но у меня уже есть планы. Да? Встречаешься с кем-то? Это секрет. О, посмотрите, какие мы таинственные. Ладно, давай, до встречи. До встречи. Глеб еще не уверен, какой ответ даст Мария. Ему бы очень хотелось на положительный. Поэтому не готов пока делиться с сестрой, тем более сестра проживает расставание со своей любовью, со своим парнем. И, возможно, он не хотел ее ранить, рассказывая то, что он как раз пытается наладить новые отношения. Ты был прав. Мне нужно было отвлечься. Давно я так хорошо не проводила время. Если хочешь, то каждый день может быть таким. Глеб. Что? Я же вижу, что ты делаешь. Ну а что? Я просто пытаюсь быть джентльменом. Или это уже преступление? Не прикидывайся дурачком. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Недавно у нас с Кирой был разговор, и она сказала, что тебе нравится одна девушка. Ну да, нравится. А что? Глеб, скажи честно, это я? Да. Ты, Маш, понимаешь, я тебя очень люблю и давно. Понимаю. Но ты же понимаешь, что у нас с тобой ничего не может быть. Почему? Потому что я недавно закончила серьезные отношения, и ты был моим подчиненным, а я была твоим руководителем. Ну, сейчас же все по-другому, и я уже не твой подчиненный. Ну, а насчет серьезных отношений, ты бы не согласилась со мной пойти в кафе? А как насчет разницы в возрасте? Я думаю, это не проблема. Многие встречаются с разницей в возрасте. Маш, прошу, дай мне шанс. Я докажу тебе, что достоин. Я достоин тебя. Спасибо, Глеб. Но мне пора. Мария сейчас проживает расставание. И ей не просто поверить в новые отношения. Ей, конечно, очень хочется. И это заметно, учитывая, что она пошла на свидание. Но есть определенные страхи. Поэтому, возможно, ей нужно больше времени. Возможно, нужно больше доказательств. Желание есть, но есть и страх. О, привет. Ты что здесь делаешь? Да вот, решил тебя проведать. Ага, ври побольше, конечно. А что, родной брат не может сестру проведать? Ну, может, конечно, может. Но только раньше мы месяцами могли не видеться. А сейчас ты практически каждый день приезжаешь. Ну, может, я просто соскучился. Ну, может, и соскучился. Но явно не по мне. А по Марии. Ты о чем? Ой, да ладно. Я всегда подозревала, кто тебе нравится. А сейчас я в этом практически уверена. И это Мария. А ты что, Шерлоком Холмсом заделалась? А ты мне так не дерзи, я бы могла тебе и помочь. Что, правда? Да, вот ты испалился. Ладно, да, нравится мне Маша. А. Так что ты там о помощи говорила? Да, на что только не пойдешь ради заблудшего брата. Ладно, короче, слушай. Глеб узнал, что у него есть шанс. Он это почувствовал. Он использовал свой арсенал. Но есть еще, так сказать, джокер в рукаве. Это подруга Марии и его родная сестра. Поэтому, испробовав все свои способы, почему бы не попробовать помощь зала, как иногда говорят. И сестра любящая, и подруга заботливая. Самый лучший вариант для этого. Ну и как же ты провела вчерашний вечер? Да как обычно. Правда. Поэтому отменила вечернюю репетицию. Ну ладно, я ходила в ресторан. Угу. Случайно не с Глебом? А ты откуда узнала? Ну, он мне сам рассказал. Тогда почему меня спрашиваешь? Послушай, если я его сестра, это еще не отменяет того факта, то, что мы с тобой подруги. И я за тебя переживаю. Ты можешь мне все рассказать? Честно, Кира, не знаю. Глеб милый, но мы слишком разные. А мне кажется, я знаю, в чем проблема. И чего же? А ты боишься своих чувств. Я понимаю, ты недавно рассталась со своим парнем, и ты думаешь, что тебе это не надо. Но ты посмотри, как ты расцветаешь рядом с Глебом. Так-таки расцветаю. Прям-таки расцветаешь, даже вон помада новая. Кстати, тебе очень идет. Не думала, что меня так легко прочесть. Ну да, не зря же говорят, что влюбленность красит человека. Влюбленного человека видно из любой толпы, потому что у него особая энергия, он светится, он улыбается там, где обычно не улыбается, он в каких-то своих мыслях, иллюзиях, он куда-то улетает. И, в общем, скрыть это на самом деле очень сложно, особенно если близкие тебя знают и видели в других состояниях. Это практически невозможно скрыть, поэтому, конечно, Кире все заметно. Год назад Глеб уехал в столицу, чтобы строить карьеру. Но в родном городе у него остались незаконченные дела. На протяжении нескольких лет он был влюблен в Марию, руководителя театра, в котором он когда-то начинал. Поэтому во время очередного визита домой Глеб набрался смелости и предложил девушке встречаться. Вот только Мария, хотя ей льстили внимание и чувства Глеба, сомневалась, что у этих отношений есть шанс. Привет. Ты так неожиданно написала. Я хотел заглянуть в театр, но потом решил, что лучше дам тебе время подумать. Спасибо. Я действительно долго думала и хочу признаться, что ты мне тоже нравишься, Глеб. Что, правда? Отлично. Ну, значит, мы можем... Я не договорила. Несмотря на это, я не считаю, что у нас есть будущее. Почему? Потому что ты скоро уезжаешь. И не нужно забывать о тех причинах, которые я называла ранее. Я по-прежнему считаю, что они надуманные. Вот как? Ты живешь в другом городе. Ты готов бросить карьеру, работу? Не готов. Вот и я о том же. Жестокая ты. Сразу дала надежду и потом отняла. Что поделать? Это на сцене все просто, а в реальности куда сложнее. такие проблемы, как возраст, различия в социальном положении и прочее, Глеб для себя уже давно решил и понял, что это не помеха, чтобы быть с любимой женщиной. Однако он не готов пожертвовать своей карьерой, местом жительства, и когда Мария ставит такой вопрос, это заставляет его задуматься. То есть с такой сложностью он еще не сталкивался, и поэтому сомневается в своем решении быть с Марией. Удивительные времена настали. Мой самодостаточный брат просит совет. Можно, пожалуйста, без сарказма? Ну ладно, прости, я просто не сдержалась. Ну так что у тебя там случилось? А вдруг Маша права? Ну смотри, мы начнем с ней встречаться. А тут мой отъезд. Понимаешь, я не хочу сдаваться, но это звучит как проблема. Ну вот опять. Что опять? Ну, опять опускаешь руки, и только возникла какая-то проблема. Ничего я не опускаю. Ну, хорошо, вот что ты предлагаешь делать? Бороться. Бороться, бороться, еще раз бороться. Ты знаешь, как мы с Ромой расстались? Ну, тоже же из-за расстояния, и самое страшное, что он даже не захотел попробовать. Представляешь, какого мне было? Прости, я как-то не подумал. А вы, парни, никогда ни о чем не думаете? Хочешь совет? Ну. Если это правда любовь, то нужно чем-то жертвовать. Иначе это просто слова. Действительно, ради отношений нужно чем-то жертвовать. И есть вещи, которыми мы можем жертвовать, а есть то, чем мы не можем поступиться. И в данном случае Глеб хочет быть и с Марией, и в то же время собирается продолжить свою карьеру. Для него это очень дорого и очень ценно, и ему сложно этим жертвовать, ему сложно этим поступиться. Он не предполагал, что такие трудности могут возникнуть. Алло. Ром, привет. Мне нужна помощь друга. Давно не слышались. Что случилось? Не подумай ничего такого, но скажи, ты сожалеешь то, что вы расстались с Кирой из-за расстояния? Это она попросила тебя спросить? Да нет. Твой ответ важен для меня. Похоже, я тоже влип. Тогда буду честен, да, жалею. Ну, с учетом того, что расстояние здесь было ни при чем. Это как? Думаю, я просто испугался, что больше ей не нужен. Карьера Киры пошла в гору, а я остался позади. И что ты, сбежал? Можно и так сказать. Отношения – сложная штука. Спасибо, ты мне очень помог. Глеб принял решение посоветоваться с Ромой, потому что ему был интересен и мужской взгляд на эту ситуацию, то есть сестра высказала свою позицию. Также важно услышать, что же думает Рома, как это с мужской стороны все выглядит. И, возможно, он эту ситуацию видит кардинально по-другому, поэтому Глебу захотелось спросить у Ромы. Слушай, мне Рома только что написал, сказал, что скучает и жалеет о нашем расставании. Неожиданно, ты что? Я тоже скучаю. У нас было много всего, и он поддерживал меня в самые тяжелые моменты. Но и плохое было, но я хочу оставить это в прошлом. Понимаю. Надеюсь, все наладится. У меня же ситуация несколько иная. Я боюсь проблем в будущем. Каких же? Если я соглашусь встречаться с Глебом, то на меня будут косо смотреть из-за того, что он был моим подчиненным. Плюс из-за расстояния чувства могут утихнуть. Ну и большая разница в возрасте. Да успокойся. Я вон даже младше Глеба, но нам же это не помешало с тобой быть подругами. Это другое. А я так не думаю. Слушай, ну вас же никто не заставляет клясться в вечной любви. Почему не попробовать? Ой, Кира, не знаю. А здесь знать и не надо. Надо слушать свои чувства. Может, и послушаю. В отношении, конечно, процентов 90 – это про чувства. И 10% – это про некий анализ. Если же мы меняем эти проценты, то о чувствах речь не идет как о отношениях, идет о договорных условиях, о каком-то просчете, о каком-то расчете. А если отношения базируются на чувствах, то все-таки это намного больше спектр радости, удовольствия, счастья, взаимности и то, что это будет долго, устойчиво и эмоционально. Я все равно буду тебя добиваться. Я согласна попробовать. Что ты сказала? Я готова попробовать. Я, правда, не знаю, к чему это приведет. Маша, ты не представляешь, как я рад это слышать. Думаю, что представляю. Ты покорил мое сердце. Обещаю тебе, это не в последний раз. Мария решается попробовать встречаться с Глебом, потому что поддержка Киры внесла свою лепту в их отношения. И Кира своей фразой о том, что ты же можешь просто попробовать, а дальше как пойдет, снизила как бы градус напряжения. Оставшиеся недели для Марии и Глеба пролетели незаметно. Почти каждый день они проводили вместе. Ходили на свидания, много смеялись и узнавали друг друга с новой стороны. И оба понимали, что это что-то большее, чем просто курортный роман. Однако пришел момент, когда Глебу надо было возвращаться. Ты же уезжаешь? Да, время быстро летит. Наверное, уйдешь с головы в репетиции. Но все равно буду думать только о тебе. Ты же знаешь, я не хочу быть для тебя преградой. Этого не случится. Я надеюсь, то, что ты в скором времени приедешь ко мне. Зовешь на премьеру? И не только. Понимаешь, Маша, я не могу больше ждать. Я любил тебя все эти годы и хочу любить всю оставшуюся жизнь. Ты выйдешь за меня? Это значит да? Да, я согласна. Ты безумец, точно тебе говорю? Это потому, что я без ума от тебя. Тоже тебя люблю. Глеб действительно делает предложение очень быстро. Однако это еще не говорит о том, что отношения разладятся. В какой-то смысле это импульсивное решение, однако, кажется, это решение от всего сердца, и он действительно хочет быть с этой женщиной. Он столько лет в нее был влюблен. И в то же время это не снимает с влюбленных тех задач, которым предстоит решить. И как раз-таки это и будет проверка их чувств и готовности идти в серьезные отношения. Несмотря на помолвку, Глеб и Мария решили не спешить со свадьбой. Ведь им предстояло решить много вопросов, прежде чем создать семью. Познакомиться с родителями, решить, кто к кому переедет, и доказать всем, что они могут быть вместе. Может, в этом и состоит различие между любовью, сыгранной на сцене, и любовью в настоящей жизни, что она не всегда заканчивается свадьбой. А еще в жизни занавес не опускается сразу, и у истории есть продолжение. И у Глеба с Марией оно обязательно будет.